5,5 гектар, 75 работающих. Помимо зерновых, картофель. Картофель на поливных землях, вот там фотографии есть. Такие у нас поливальные системы. Передвижные, да, такие? Площадь 400 гектар. Ну, есть мысль до 2000 довести. Может быть, тут надо будет включаться в программу. Да, потому надо. Потому что есть программа. Обязательно. Надо, в принципе, вот это в нашу уже, программу это во все входить. Мы работаем с... Вы знаете, я сейчас вот был в доме интернате для детей, и ко мне подошли жители. Там у вас усадьба есть, да? Что? Усадьба рядышком, правильно? Да. Три года. Да. Вот 3 года вы передали, соответственно, передали мы это имущество. Пользовали, да, наследие. 3 года люди не могут оформить земельные отношения. Значит, я вам и Косареву срок даю до 1 мая все необходимые мероприятия вы будете оформить. Понятно, да? Понятно. Значит, Косарев, персональная ответственность ваша. Ну сколько можно над человеком издеваться? Вам зарплату, когда мы повышали постановление правительства, мы вам повышали для того, чтобы вы работали и решали вопросы жителей. А вы не делаете ни черта. Да более того, еще и вредительством занимаетесь. У врача в районной поликлинике меньше 33 тысяч зарплаты нет. Значит, при этом у нас один врач на 1000 населения. То есть это 10 врачей на 10 тысяч. Средний показатель по России 44 врача. По Тульской области 28. Это говорит о чем? О том, что мы не можем специалистов найти. Нам просто некому. Вот у нас мы держали роддом. А кто родку принимать? Вот акушер. Понимаете? Принимать некому. Поэтому мы приняли решение. Утвердили кадровую программу, в соответствии с которой для врачей и фельдшеров мы покупаем машины. Мы сейчас начали в этом году покупать жилье служебное для того, чтобы врачи оставались, приезжали жить здесь. И поэтому я и говорю, вот вся реформа здравоохранения, она как раз заключается в том, что ребенок, о котором говорит Клавдия Ильинична, 20 лет, представьте себе, 20 лет, ну 18, не получал необходимого лекарства. И последние 2 года получает, Клавдия Ильинична? Она ее забрала сейчас. Но не важно, получает? Сейчас да. Вот послушайте, у нас разницы нет. Федеральный, региональный и местный бюджет, это все равно все консолидированные бюджеты Российской Федерации. Это деньги не американского бюджета, это деньги Российской Федерации, то есть жители, кто живет. Поэтому разницы нет. У нас нет ни одного ребенка сейчас, который бы не получал деньги. Или не получал необходимые лекарства по тем болезням, которые есть. Поэтому вот сама по себе реформа здравоохранения, она как раз направлена на это.